подымем, когда пойдем. В общем. Это наша дорожка. Я не думаю, корейский. Чтоб там лужи не было, может побег поднять укрыть. Да Наташа еще там только дренаж лужи. Я задумала, там такое короткое время обойдется. Я там не хожу. Пускай поволнуется молодежь немножко. Полезно по сторонам. Ну и так что он сейчас делает. Боже мой, а я по 2,5 градуса. Не хватало тяжести. Понятно. А дымо, оно такое тяжелое. Так она сработа, что тут? Ну что, оно не пригодится, это вина. Сама что, она сыпется? Она уже не годится. Она уже не годится. Зачем? Она постоянно на сырости, она пропиталась уже водой. Это вот как человек показывал. Рабица, я тебя научу, это самое лучшее. И раствором набросать, как человек сделал, и все. Каким раствором? Цементным раствором. Есть цементный известковый. Смесь известковая, цемент. Смотри, смотри, как я, смотри, как я на столе сижу. Мы так, наверное, и сделаем. Купим, купим эти рабицу. Рабицей обобьем, поштукатурим и все. И у нас и будет не стоять. Будет ни мокреть, ни ничего, да. Ну, может, в этом году и сделаем. Да мне теперь хорошо, как дома. На диванчике, на моем любимом столе. И такой мальчик. Наташа все волновалась за стол. За Бусику я волновалась. А мы за этим столом и завтракали, помните? Угу. Ну вот. Все, Витюшечка, на сегодня все, значит, на сегодня все. Ладно. Что-то вывезешь. Посмотрим. Давай я почищу на папку. Молодец. Хорошо, это мы добрались. Хороший труд. Это мы уже знаешь, такое да. Не сильно срочное, но приятно. Доски трухлявые тоже можно отправить потом. Да. То потом, вези. Не, не, да. Сейчас вот это ты отвезешь. Оно нам ничего. Все трухлявое надо. Можно поднять немножко. Нет, полезно, ничего не есть. Раз не размешаются. Нормально. Так зачем везти? Ну зачем? Так проще же вывезти. Зачем же его тут тратить? Ох, а где Наташа костры сюда жила? Боже мой. Да. У них была фея у нас костров. Да, она у нас жила всегда. Всегда была фея костров. Высушила. Ничего, закончится. Будет разрешение. Ничего, будет разрешение. Не будет. Разрешает. Берем воды. Поставим рядом, пожалуйста. Сразу донесут и сразу приедут и пожалуйста дадут. Ага, посмотреть, что тут порядок. Это ж посмотри. Что тут люди натворили? Ой, люди убрали мусор. Что тут вы поделали? Я сейчас срочно узнаю. Так, так вы палочки себе положили не так. Сейчас мы тут разберемся. Я сейчас так все тут наведу порядок вам. Так, ладно, меня тут все устраивает. А тут что? Что вы тут наделали? А? Не пролезешь теперь. Наложили тут. Я тут не пролажу. Безобразие. Какое безобразие. Я тут пролазил раньше, теперь нет. Сейчас я тут все изведаю. Видали? Что там такое? А? Что вы тут сделали? А ну-ка, признавайтесь.
порядок они тут навели. Где тут мне теперь сидеть? Есть ли тут для меня местечко? Ой, есть. Все, я теперь тут буду сидеть. Мне тут не жарко. Нет, не буду тут сидеть, не нравится. Как-то давит мне в попу. Да, добрая.